Вы понимаете это, да? You know you didn't it. Вы знаете, что вы не заслужили. Аминь. Мы не заслужили. God is so good. Бог настолько <coughs> благ. И я поделюсь несколькими вещами, которые Бог положил в мое сердце. Несколько стихов. И я надеюсь, что Бог говорит Changes our life. I'm going to look in Isaiah 53. And every, I think we're all familiar with, with this chapter. I'm going to read verses 4, 5, and 6. It says, Surely He has borne our griefs and carried our sorrows. Yet we esteemed him stricken, smitten by God, and afflicted. But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement that brought us peace, and with his wounds we are healed.

Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. We, мы, the Bible says, have, have gone astray. Библия говорит, что мы совратились каждый в сторону. All of us, все мы, everyone, каждый. Doesn't matter who you are, like sheep, we've gone astray. And I don't think anyone intentionally or purposely ever, ever wants to go astray. You know, I was thinking about back in the day, when we would go on vacation. И я вспоминаю раньше, когда мы ездили в отпуск, car, и когда мы всех садили в машину, you know, и никто специально uh, не, не ехал и не как бы терял свою дорогу. Car, car, и никто не садился в свою машину и брал свою семью and, туда. You know, head Florida, и направляясь во Флориду, и они не планировали заблудиться. But we've been lost но мы были в таких моментах, когда мы потерялись, мы на дороге. And now, these days, и сейчас it's в эти a lot, дни it's a lot to get lost намного труднее потеряться, we have Siri, потому что у нас есть Siri, and we have maps. И у нас есть карты. But back in the day, но раньше, я помню, когда мы с моими родителями приехали, когда я был uh, We would have maps, and Siri would be the passenger. Siri, the passenger. My mom was, My mom was Siri. Siri, and she would look at the map and, the map and, and, tell, and tell Dad where to go. See? <laughs> Siri is listening to us. <laughs> and, and, and you know, it's dark. И это было темно, well, и не очень хорошо видим, little, you you in, и карты не очень как бы маленького шрифта, really и было очень легко пропустить агент, really you know, Или было <clears throat> по другому пути. и в нашей жизни, пропустить агент, и To go astray. Никто специально не планирует заблудиться. Wakes up Никто не просыпается and says, I'm be an и говорит, я обстану алкоголиком. You know, gets Никто не uh, выходит замуж and или женится and says, I'm get a и говорит, что uh, я потом разведусь. Right? Да? Plans their life Никто не планирует свою жизнь и говорит, что они свою жизнь. И говорит в своем плане, что я уничтожу свою жизнь. Это так не случается. У нас есть хорошие намерения. We, we know what we're doing. Мы думаем, что мы осознаем, что we, мы делаем. We, we что у нас все в руках. Right мы делаем правильный выбор. Slowly, Но постепенно мы сворачиваем не туда. И Библия говорит, что мы совращаемся. А, а с, с чего, с какого пути мы совратились? We go мы uh, совратились с Божьего предназначения для нашей жизни. Нам, вам нужно знать, что Бог имеет план для вашей жизни. Бог имеет что-то конкретное, что Он имеет для вашей жизни. Аминь. Бог сотворил нас reason, для причины. И у нас есть предназначение. И это предназначение, оно найдено в Слове Божьем. И более конкретно, Божий план и его предназначение для нашей жизни, он найден в отношении с Ним

более ясно. God didn't us Бог не сотворил нас, kind of чтобы пойти, чтобы мы шли каждый по своему пути и делать, что мы хотели. So и чтобы он смотрел с неба. И он развлекался нашим выбором и, то, и как наша жизнь разворачивается. Есть особенный путь, который Бог предназначил для нас. И мы, а мы совращаемся с этого пути, исходим с него. Life, Божий план и предназначение для нашей жизни, like said, Bible, он может быть найти в Слове and, Божьем. And you know, to, to и часто Легче увидеть, какой не является Божьим планом для нашей жизни. В сравнении с тем, что как бы, мы знаем, что, какое, что не является for, Божьим планом. И Божий план для вашей жизни, это чтобы вы не были в депрессии. Это не Божий план божий план для вашей жизни это чтобы вы не были постоянно в болезни there's tests, there's да есть uh, uh, всякие испытания трудности есть вещи через которые нам нужно пройти но это не божий план для вашей God's жизни Божий план для вашей жизни, чтобы uh, грех не господствовал нами. Это не является Божьим God's планом. So and and Божий план, чтобы мы, uh, чтобы мы не блуждали, чтобы мы не, не, не были потеряны, чтобы, um, чтобы мы находились и знали, где Бог хочет, чтобы мы были. И это противоположное. Божий план для нас, чтобы мы были в Его воле. Более важнее. Чтобы мы были в Его воле. И мы получаем Его волю. И мы понимаем Его план. Когда мы в Его присутствии. И когда мы сходим с этой дороги. Как овцы, мы делаем решения, plan, и мы отходим от Божьего плана, and the lose, и первое, что мы теряем, это присутствие Божье. Мы отходим от него и от его присутствия. И мы осознаем, что мы уже больше не в его присутствии. Мы далеко от него. Вы помните, вы помните этот блудный сын. Он оставил отца. И он осознал, His father at home, что его отец дома and the servants at home, и слуги дома, but he is in a different place, но он в другом месте, in a worse place, он в худшем месте, far from, from father's house. далеко от uh, дома отца, Even the servants даже слуги, are better off, а у них лучше состояние, than he is. чем у него. And he didn't plan that. И он это не планировал. Он не думал, что mm -hmm. так случится. Astray. И он совратился. We go astray и мы как бы блуждаем и совращаемся с пути, go, когда мы поворачиваемся на свой путь, verse, это в стихе, turned, что мы, каждый, совратились или повернулись. Каждый на свою дорогу. Наша дорога. Она уводит нас от Бога. Что такое наша дорога или наш путь? В Притчах 14-12 you know вы знаете стих. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Это наш путь. Our understanding. What we see, то, что мы видим, как мы понимаем, right. то, что мы думаем, является правильным. Где эти идеи? Откуда они приходят? Где эти понимания и мысли? Откуда они приходят? Много, часто они приходят внутри <laughs> нас, ways, с нашего пути, с наших мыслей. Исайя 55, Бог говорит, мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути. God says that about us. Бог говорит это о нас. David understood this, Давид это осознавал. And he told God, и он сказал Богу, my heart что испытай мое сердце and my thoughts. и мои мысли. Why? Почему? Because my thoughts Потому что мои мысли and my ways и мои пути, are gonna lead me astray. они отведут меня в сторону. They're gonna leave me away from God. Они отведут меня от Бога. And ultimately, и в конце концов, they're gonna bring me to destruction. они приведут меня к разрушению. This is what we are. Вот мы в таком состоянии. Это кто мы такие? Это наши идеи. Это наша мудрость. Это наше понимание. Наш, наша дорога. You know Знаете, что смешно? Way, не только мы имеем свой путь или свою дорогу, мы хотим, чтобы все остальные делали все по нашему пониманию, по нашему пути или плану или yes. дороге, да? To, Не только я имею этот путь, дорогу, I, понимание. I want, I want я хочу, чтобы все остальные делали так же. Exact... Я хочу, чтобы моя жена поступала так же. Я the... хочу, чтобы мои дети поступали так же. Я хочу, чтобы группа пословления, лидеры, пастыри, чтобы делали так же. И когда люди не поступают по моему пути, что случается? Что случается с нами? И мы, мы злимся. Нам это не нравится. Почему они не делают так, Why как я хочу? Почему она не поступает, как я Why хочу? Почему мой путь или мое предпочтение не исполняется? Наш путь. Оно, он уводит нас от Бога. Я хочу, чтобы мы задали себе этот вопрос. Где мы есть? Где мы есть? На каком пути мы находимся? Is it our way? Это является нашим is it путем, как я понимаю, или это основано на Писании? Or is, or from the presence and the revelation of God. Или приходит ли это от присутствия и откровения Божьего? Is that important? Does it matter? И оно имеет разницу? Does it matter? What way I go? Имеет значение, по какому пути я пойду? It matters. Да, оно имеет значение. In Isaiah 55, Isaiah 55 God tells us what we have to do. Бог говорит нам, что нам нужно делать. Came, и Иисус пришел, и он пролил свою кровь us, ради нас, so чтобы мы не шли своим путем. Вы понимаете? No У нас нет выбора. We we мы совратились. Мы заблуждали. У нас не было выбора. Но Иисус пришел на эту землю. Он жил жизнью, и он дал нам пример. Умер на кресте, пролил свою кровь. И Библия говорит, что все наши беззакония, чтобы дать нам другой путь, Но не тот же самый путем, которым мы уже шли. In, in Isaiah 55 verse six, 55 it says, "Seek the Lord with while He may be found, call upon Him while He is near." Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. He is near. Когда Он близко. I believe He is near today. Я верю, что Он близко сегодня. Yes. Да. He is near today. You know why? Он близко сегодня, знаете почему? Because we right here. Потому что из-за его крови, из-за его тела, to он близок к нам. Мы имеем доступ к Богу. Ищите Господа, когда можно найти его, призывайте его, когда он близко. Послушайте. Нам нравится церковь, собрание. Нам нравятся песни. Нам нравится петь. Нам нравится молиться. Нам нравится входить в присутствие Божье. Это, это прекрасное чувство, аминь. Awesome. Это классно. Это чувство хорошо. Но есть больше. You know, больше должно случиться. Да оставит нечестивый путь свой. И беззаконник помыслы свои. И да обратится к Господу. И он помилует его. И к Богу нашему. Ибо он много милостив. Бог Влад Савчук был здесь раз, проповедовал. И он проповедовал с этого стиха. So и он сказал что это очень интересно. We, что Мы, Christians, христиане, we мы не хотим каяться. Мы хотим облегчения. Мы просто хотим облегчения. Мы хотим, чтобы Бог дал нам немного меньше. Мы хотим, чтобы Бог дал немножко меньше. Чтобы Бог дал нам не, э, некоторое облегчение. Мы хотим хороший псалом. Мы хотим хорошую молитву. Мы хотим услышать хорошую проповедь. То, что мы не хотим, это каяться. Мы не хотим, чтобы поворачиваться. И Библия говорит, что нам нужно повернуться. Мы должны вернуться. Библия говорит, что нам нужно оставить свои нечестивые пути и помыслы, our thoughts, наши мысли, наше понимание, ways, наш путь, thoughts, и они приходят с наших мыслей. Мы должны оставить это. Amen? Аминь. И повернуться к Иисусу. Way, а повернуться или развернуться от нашего пути на Божий путь. Amen? Аминь. You know Вы знаете это. В притчах, Первая глава. What, what when we turn? Что случается, когда мы поворачиваемся? Когда мы оставляем наши помыслы и наши what мысли? Когда мы каемся? Когда мы отворачиваемся от наших путей? В 1.23 там, там здесь написано If you turn at my reproof, Behold, I will pour out my spirit to you. I will make my words known to you обратитесь к моему обличению. Вот я изолью на вас Дух Мой, возвещу вам слова Мои. Аминь. Какое обетование. если, если я повернусь, if I return, или если я вернусь, if I repent, если я покаюсь, if I forsake my если я оставлю свои помыслы, ways, мои пути, которые не основаны на Писании, я не знаю даже, на чем они основаны, мой опыт, my мои uh, uh, бабушка parents, и дедушка, или родители, culture, или моя культура, мое понимание, turn, если я повернусь, что Библия говорит? Я изолью на вас Дух мой. Изолью на вас and Дух мой. И даже больше, I will make my words known to you И я возвещу вам слова мои That's power. Это сила. Well, what do we want? Чего мы хотим? Чего больше мы, мы, мы нуждаемся? Дух Святой, который изливается на нас. И Слово Божье. Его пути. Его понимание. Чтобы было открыто для меня. Purpose. Мое предназначение. My, Его план для моей жизни. Be made known to me. чтобы он был открыт для меня. Wow! Who doesn't want that? Кто этого не желает? In Matthew, В Матфея there's more. есть еще больше. В Матфея, Sorry. Okay, Matthew chapter 13, Matthew 13 and this is in, in, in Isaiah too. Matthew chapter 13, verse 15, 13, 15. It says, "For this people's hearts are has grown dull, and with their ears they can barely hear, and their eyes they have closed. Least they should see with their eyes and hear with their ears and understand with their heart and turn, and I would heal them." Ибо огрубело сердце людей с их и ушами, с трудом слышат, и глазами и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. И обратиться, чтобы я исцелил их. Вы слышите? Ваше исцеление это в обращении. Когда вы поворачиваетесь, когда мы возвращаемся, я изолю Духа, я открою Слово Мое вам, и я исцелю вас. Это обетование Божье. Это обетование Божье. Но мы должны повернуться или обратиться мы должны сделать решение, ways, чтобы оставить наши пути, thoughts, оставить наши мысли. Say, you know like и сказать, ты знаешь, может, не надо, чтобы было все, как я думаю. Thoughts, мне, может, нужно из изменить мои мысли и чтобы сравнять их с, с тем, что Бог думает says, и то, что Библия говорит. Then, и может тогда, но даже не может. Но Бог обещает. Spirit, я изолю Духа. You, я открою Мое Слово вам. И я исцелю вас. Amen? Аминь. Это обетование Божье. И мы, мы продолжаем way, в наших путях. И мы совращаемся и блуждаем. And, 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 and и что мы получаем? Получаем возмездие за это. Что мы получаем? Вы помните в Едемском саду в бытие 3 глава, and, and we're gonna pray, и мы будем молиться, when, when Eve was tricked, когда Ева была обманута. И Адам и Ева они вкусили от плода и не осознали, что они были ноги. and they use the leaves to cover themselves up. and in verse 8, we see that god comes. it says, and they heard the sound of the lord god walking in the garden in the cool of day. and the man and his wife hid themselves from the presence of god among the trees of the garden. Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. God had a plan and for Adam. У Бога был план и предназначение для Адама. He made it very clear. И он это сделал очень ясно. И мы это читаем. And they were to have и они должны были владычествовать.

И они прятались от присутствия Божьего. И помните, когда мы сходим или совращаемся на свою дорогу, первое, что мы теряем, это присутствие Божье. И они прячутся от присутствия Божьего. Потому что они были наги. И возвал Господь Бог Адаму и сказал ему, «Адам, где ты?» Где ты? И я чувствую, что Бог положил это на мое сердце. И когда я готовился к этой проповеди, я чувствовал, что Бог спрашивал меня, где ты? Где ты? И я хочу, чтобы вы задали себе этот вопрос, где я есть? Где я? Заметьте, Адам и Ева, они совратились Адам, на другой путь. И, и они уже отпали от Бога. Но Бог все равно пришел в прохладе дня. Ему не нужно было это делать. Он знал, что he они уже отпали. Они знали, он знал, что he они сделали. An он мог послать ангела. Said, these, these и он, он мог сказать через ангела, скажи этим You're людям. Dead что они мертвы. Came, Но он пришел. Them, и он искал их. Them, и он спрашивал, где ты? Где ты? И сегодня us, Бог спрашивает нас, Where are you? где мы? где ты? God is there, Бог там, cool, cool day, в прохладе дня, в своем присутствии, и кровь там, и, и Иисуса тело там, Его прощение, are, are, are и, Его объятия, они открыты, he, he, he и Он не отвергает и не отталкивает Jesus нас. Иисус сказал, me, right? кто придет ко мне, Отец не изгонит Never will do that. Никогда этого and не сделает. И Бог спрашивает, где ты? Где мы? Honest, и если мы искренне, если мы искренне, каждый из нас, honest, если мы искренне, мы совратились Nobody на свой путь. Никто не no здесь не может сказать, что я не совратился на свой путь. Никто здесь right что я на правильном пути. Мы все совратились. Мы все в какой-то

Испытай, where проверь, где where, я, where где мои мысли, where где мои пути. Today, и сегодня here, Иисус здесь. И если мы повернемся, ways, если, если мы повернемся с нашего пути, если мы смирим себя say, you know, Jesus, и, и скажем, ты знаешь Иисус, yeah, да, я имею yeah, это понимание. This, 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 this да, у меня есть эта картина. Но я все это уложу. И я хочу принять твое понимание. Я хочу твои мысли. Я хочу твои пути. Но, но мне нужно отложить мое. И есть обетование. Есть обетование. Я изолью от Духа. Я изолью своего Духа. Я uh, открою Тебе Мое Слово, you. и я исцелю Тебя. Аминь. Я этого желаю. Я этого желаю. Моя семья в этом нуждается. Our, our Наша церковь this, в этом нуждается. Этот город в этом нуждается. Мы в этом нуждаемся. Аминь. Аминь. Если okay. вам Вы в этом нуждаетесь, поднимите that? Вашу руку. Аминь. Некоторые из Вас нуждаются. Где мы? We're gonna pray. Мы будем молиться. And what we're gonna do is we're gonna repent. И что мы будем делать, мы будем каяться. Мы будем поворачиваться. We're gonna turn. Мы будем поворачиваться you know, it's, it's или обращаться. Not Это нелегко. It's not Это неудобно. We're old. И мы, Older. мы уже старше. We're, we're мы уже не дети. We, we У нас есть репутация. You know, Люди смотрят на нас каким-то особенным we образом. Be wrong. Мы не можем быть неправильны. Right? Мы, мы не можем быть неправильны. Но мы мы таким являемся. И нам нужно обратиться, повернуться назад к Иисусу, искать Его, когда Он мог, может быть, найти. И призывать Его имя, we пока Он близко. Evil, ways, и оставить наши пути беззакония, которые, которые а, не сходятся с предназначением Божьим. Аминь. Вы понимаете? For like, for я, я чувствую, что я повторяю себя уже I've been 20 the, минут. I've been the same thing. Я говорю одно и то же самое. Over over Много раз, чтобы мы поняли, где ты? Где ты? Asking, Бог спрашивает, где я есть? Где я есть? Amen? let's I mean. stand on our feet <laughs>